господа. Добрый день, дамы и господа. Мы рады приветствовать сегодня вас здесь, наши гости. Мы начинаем торжественную церемонию вручения национальных призов в области авторской моды. В этом году решено вручить специальный приз «Звезда Подиума» за продвижение российской модельной школы на Западе. И поэтому на наш подиум выйдет человек, который в течение многих лет представлял на подиумах стран Европы, двух Америк, российскую школу фото и подиумных моделей. Он титулован многими престижными наградами, в том числе такими как Best Body of the Year, Мистер Бразилия. Его снимали ведущие фотографы мира, такие как Давид Лашапель, Кейн фон Берг, Херт Питт и другие. Он любимой мужской моделью является представителем марки Армани, Жан-Поля Готье и Кевина Кляйна. Его часто приглашают для реализации рекламных кампаний и ведущих компаний мира, создающих модную одежду. Назови это имя, давай. Я заслушалась. И просто красавец мужчина. Мухтар Сафаров, ваши бурные аплодисменты. Ваши бурные аплодисменты. Модель, актер, замечательный человек. Мухтар Сафаров. И приз, специальный диплом вручает наша красавица. А также... И председателя комитета конкурса национального приза Вадима Стопина. Вернитесь, Мухтар! Мухтар, вы не все забрали. Получите свои аплодисменты. А мне просто хотелось, чтобы он еще раз вернулся и продефилировал на нашем замечательном подиуме, чтобы... Мухтар, хочешь сказать пару слов? Большое спасибо всем. Я очень рад приехать в Россию и получить эту статуэтку. Это первая статуэтка в России, на самом деле. Очень-очень приятно. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо, Мухтар. Ваши аплодисменты. Не скупайте его улыбаться. Ведущий партнер салона авторской моды и национального конкурса, организатор фестиваля российских моделей и модельеров. Компания Fashion House International Models and Talent. Пусть на сцену генерального директора компании Вадима Хусаинова. Компания Fashion House International. Конечно, мы тут о ней уже только рассказали хорошего. Здравствуйте. Мы очень благодарны организаторам, что они нам дали возможность увидеть эту красоту и ввести свой пассивный вклад для развития дальнейшего творчества тех уникальных дизайнеров, которых мы увидели на данном конкурсе в салоне авторской моды. И прежде чем вручить свои награды, я хотел сказать, что в этом году девочка из Иваново, выпускница Текстильной государственной академии, которую представлял клуб «Живая женщина» город Иваново, директором которой является Светлана Разина, представила сначала в Париже, потом лично Пьер Кардем отобрал ее на Всемирный фестиваль искусств. И ее имя это Анастасия Курбатова. Я прошу выйти ее на данную сцену. Анастасия Курбатова! Анастасия Курбатова получила предложение от Пьера Кардена работать его в доме моды, и 1 октября она выходит на работу. Я считаю, что это офигенный случай. Бурные аплодисменты! Я хочу пригласить на сцену солдатову Ксению. Ваши аплодисменты! Солдатова Ксения на конкурсе модельных дизайнеров заняла гран-при в этом году в Ля-Гости. Я тоже хочу поаплодировать ее.